Опа! Дико тусим. Как тебя зовут? Меня зовут Наташа. Как давно ты занимаешься музыкой? С детства, но на гитаре играю время от времени, когда есть желание. На каких других музыкальных инструментах ты играешь? Я играю на фортепиано и немножко играю на губной гармошке. Ну так, чуть-чуть. Люблю ритм отбивать там, хоть на коленках, хоть, не знаю, по книжкам, по столу и все такое. Step out the door and it feels like rain. Back the sound on your window pane. Take to the streets, but you can't know. Back the sound you're waiting for. If ever you want. Пам-пам-пам. Хочется заглушить, чуть-чуть непривычно. Вот здесь прям сой просится очень. Почему ты решила заниматься музыкой? Музыка — это часть меня. И это как-то само, ну, как часть меня, без которой я не я, и невозможно, невозможно без музыки. Это тогда не я буду. Это будет кто-то другой. Я же жена басиста. Так, пусть будет цифра 5. Назовите цифру, Александр. Пожалуй, это будет 7. Давайте 7. Цифра 7. Так, дальше. Игорь, назовите, пожалуйста, цифру от 1 до 20. 12, конечно. Конечно, сказал Игорь. Какое твое самое яркое воспоминание, связанное с музыкой? Мне было 8, нет, мне даже постарше, мне было лет, наверное, 10 или 11, и я должна была выступать на конкурсе в большом зале, и моя классная руководительница позвала весь класс, чтобы меня поддержать. И вот я помню, как я выхожу на сцену в красном платье, таком красивом, и вижу на последних рядах ораву просто огромное количество моих одноклассников. Я играю, я помню, как я играю, и это я играю так уверенно, очень спокойно, как будто вообще ничего не происходит. А дальше, когда я встаю на поклон,
заканчиваю выступление, встаю на поклон. Два ряда вот эти одноклассников встают и начинают мне кричать «У-у-у!» Все такое. И это было очень круто. Ну, я в такие моменты поняла, что вообще не зря, и что я музыкой занимаюсь не только ради себя, что мне важно, важно видеть вот этот отклик, который я вызываю, играя, или когда я пою, который я вызываю, отклик, который я вызываю в других людях в эти моменты. Вот так. Карта. Это... Ездим. Ездим и путешествуем. Очень хочется побольше. Тут на самом деле не все, потому что очень много ездим по России, и флажки просто тогда стояли бы прям вплотную вот в этом участке. Вот. А вообще круто. У меня есть друзья в Голландии, есть... знакомые в Америке, вообще в Египте родственники, которые из Москвы туда переехали. Вообще, я люблю планету. Звёздочки. Подружка рисовала близкая. Какие аспекты галактики тебе больше всего понравились? Возможность вариативности и комбинирование разных вообще видов звучания. И если приноровиться, можно это в одной песне тоже делать. Это прикольно. Еще там классный режим, типа, когда играешь с битами. То есть там можно темп задать, и она так... Вот, задает какую-нибудь мелодию, которая там есть. А что можно улучшить в галактике? Ну, мне не хватает опоры в ней самой, потому что пока ощущение немножко такой хлипкости. Очень страшно ее повредить. То есть так ее держишь, как, не знаю, прям вот аккуратно-аккуратно. Вот. И... Я не знаю, мне кажется, к ней прям просится какое-нибудь прикольное аэро... Ну, типа, как аэрографами делают оформление какое-то красивое на корпусе, чтобы она была такая... Не просто, типа, черная гитара, нет. То есть дальше к ней придумать какой-нибудь дизайн, и это будет вообще просто пушка. Там был еще какой-то очень... Все режимы хорошие. Вот. Кто-то идет по коридору. Он уже близко. Совсем близко. Как ты думаешь, как музыка должна развиваться в будущем? С добротой. Мне кажется, музыка без доброты, она... Она не природная тогда. Ну, потому что музыка, она везде. Ты выходишь на улицу, слышишь пение птиц, ты слышишь, не знаю, капли дождя, которые идет в ритм какой-то определенный. И в этом есть, ну, музыкальная сила. И музыка крута тем, что она может любые эмоции передать. И даже эмоции грустные или негативные, они, мне кажется, должны передаваться все равно. Ну, такой коллапс, но должны передаваться с добрым посылом, чтобы в человеке что-то изменить к лучшему, а не к худшему. Вот тогда музыка будет в та, которая, как мне кажется, она и должна быть. Потому что иначе мусора и так в мире много, и еще музыкой засорять мир. Ну, как-то уж совсем тогда мы погибнем. Вот. А когда доброта, она вообще решает. Я за доброту. This motion will not communicate this words and the strain I am under. Be a world child from a circle before we are gone down. And faith.
Dun 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 dun